Горожане, проживающие на поселке Котовского в районе рынка «Меркурий», уже который год вынуждены ожидать общественный транспорт под открытым небом. Причина – отсутствие остановочных комплексов. Вот так в любое время года, в любую непогоду жители поселка Котовского ожидают общественный транспорт. Эта остановка имеет название «Меркурий». Но об этом вы можете узнать только со слов горожан, так как никаких опознавательных знаков здесь нет. Все, что осталось от остановочного комплекса, так это несколько торчащих труб. Как рассказывают местные жители, еще в 2016 году остановочный комплекс вместе с прилегающим к нему киоском снесли, а сегодня уже 2019. Лично я прошлый год и позапрошлый год я писал туда два раза письма по электронке по поводу этой остановки. Потому что ее срезали же ведь в 16 году. Я писал. Постойте, говорю, под ливнем, как я стоял, а в жарку это когда, сезон-то летний-то, с детьми, с колясками тут все. И что? Первый раз мне ответили по телефону: это не наш вопрос, обращайтесь в управление торговли. Потому что тут же ларек стоял табачный. Я говорю, то есть вы не при делах? Не-не-не, мы не при делах. Тут и будочка была такая, что можно было купить сигареты, все. Сейчас убрали все, но все для людей делает. Если на этой стороне когда-то и был остановочный комплекс, то на другой от него и следа нет. Нет, здесь я не помню, чтобы был остановочный комплекс, и не очень комфортно, когда дождь и ветер. Хотелось бы, конечно, остановку. Несмотря на то, что жители района уже неоднократно писали жалобы и просьбы благоустроить остановочный комплекс, за 3 года реакция от чиновников практически равна нулю. Только какие-то отписки. Горожане уже сомневаются, наступит ли тот день, когда они смогут нормально, в укрытии от ветра и дождя, ожидать транспорт.